Ребята, всем привет! Сегодня 23 число, и 3 дня назад, 20 числа, ко мне подходит товарищ. Мы в офисе делами занимались. Подходит товарищ, говорит, мол, такой, смотри, вот телеграм-канал мне показывает какое-то видео, и там ДТП. Я говорю, ну что, типа? Мне говорят, ну типа это Саида машина. Я смотрю, да, это его машина. Он ее там только заклеил, только купил. Я такой, ё-моё, а там она размотана в клочья. И первым делом, что я захотел сделать, позвонить Саиду и сказать, брат, как так-то, а? Только тачку взял за 10,5, типа, что случилось? Я ему набираю, Саид не берет. Ну и меня дурные мысли, короче, начали посещать сразу. Получается, после этого звонка я сразу набрал Натану, это наш общий друг. Набираю, говорю, брат, ты не знаешь, что у Саида произошло? Ну и Натан говорит, брат, я перед ним стою, Саид умер. И Заура откачивают, короче. У меня ком в горле, я говорю, брат, в смысле, говорю? Он говорит, ну вот так вот, Миша, клянусь, говорит. Ну и все. Я поехал туда сразу на Кутузу. Не могу сказать, что типа я не поверил там в это, я... Поехал, хотел увидеть это своими глазами, приехал. Ну и все, Саид уже тоже лежал, Заур уже тоже лежал. Оба погибли, короче. Не хочу вдаваться в подробности, там рассказывать, что как случилось. Там в интернете и так уже достаточно видосов облетело. Все прекрасно знают. Я не знаю, что это за тема такая происходит, но... Не прошло и года, вот как я своего близкого человека второго потерял. У меня почти год назад отец ушел. Сейчас Саидик. А, это, короче, так сложно, короче, близких людей терять. Вот, и как будто... Ну, и идет же время, да, какие-то ситуации. Ну, сейчас вот после Саиды смерти и Заура идет время. Вот. И мы общаемся в компаниях каких-то. Ну, мол, типа там кто-то начинает шутку, я там подхватил, знаете, смеемся там, условно говоря. И сразу как будто стыдно становится, как будто Саид типа наблюдает, и я ловлю себя на мысли, Саид погиб, а я тут смеюсь, и мне стыдно становится. Тяжело это, берегите себя, самое главное. Также обращение к моим друзьям всем, да и к подписчикам ко всем, то, что так хочется, чтобы сейчас все жили как-то аккуратно. Вот. К сожалению, вот такие уроки, наверное, только учат. Сам себе уже поклялся, что никогда в жизни гонять не буду. Хочется сейчас взять, набрать, сказать, Саид, брат, давай тормози уже, далеко все зашло. Пранк удался, думаю. А это не пранк.